Банде Гуру Пададандам Бхактаминда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Васчаки Пасиндвевачу. Патитанам Пабуне Бхавишна Вибхьо Наму Нама. Мукан Кароти Вачалам Пангум Гангхайта Гирим. Ятки Патамахан Банди Парамананда Вадавам. Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача. Сна бхакти паде деви сатва баттои намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Саданурахта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринченутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисвуриджи такимапика павадхуша дарши Пурнан рагра сасагра сарамурти Сарадхикамай када кипам карас Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта гададхара сивасади Гаура бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта гададхара сивасади Гаура бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджануламбита бхуджау канака бодато Сангхитаной кавитару камала ятакша Вишам бару дижа бару джугодхарма палу Банде джагат прия кару Каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Раму Раму Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхаг Нараяно Прияманга Мада Парам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Бхаги Саджаша Вадани Лакшмир Ясача Бхакшаши Ясасте Дэ Самби Твам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Шаридам Васу Вигьянам Карма Гунану Асуну Гуру Арти Харе Джасту Шаши Шаха Нейтарастита Шаридам Васу Вигьянам
карма гунану асуну, гурварте дхаре джасту, шасишаха, нейтарасрита, нейтарасритаха. Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, Гаудия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, сказал, дикша, значит, развитие таттва-гьяна. И вот Шрила Прабхупад сказал, так называемая дикша, и подлинная дикша – это совершенно разные вещи. Гаудия Гостипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад сказал, что так называемая дикша и изначальная дикша обретения божественного знания – это совершенно разные вещи. И вот так называемой ложной дикшей мы не можем получить право совершать гуру-сева или бхагават-сева. Так называемая обычная дикша, я имею в виду, что это какая-то имитация подлинной дикши, она никогда не может дать нам право совершать подлинное поклонение арчану в виграхе. Мы не сможем готовить для Бхагавана. Совершать арчану, пока мы не получили подлинную дикшу, не сможем совершать подлинную гуру-севу. Почему? Хотя вроде можно видеть, что много людей получают дикшу, но что толку? И что же делать тогда? Мы вроде получили дикшу, и Шрила Прабхупад говорит, вы можете благодаря этому развить только какое-то сукрити. Только сукрити можете обрести. Под именем дикши мы иногда приходим к так называемым гуру, но до тех пор, пока мы не разовьем дивигьяну, божественное знание, то мы не сможем сказать, что наша дикша она совершилась, что она стала успешной. Дикша — это долгая процедура. И вот она может совершенствовать нас изнутри, наше внутреннее «я», и полное самопредание должно быть, и тогда дикшана тоже будет стопроцентная, есть полная. И мы предаемся лотосным стопам Гурупад Падмы не на пару дней, а наше самопредание, оно вечно. Не то, что на несколько дней предаемся, а завтра нет, нет. Наше самопредание, оно вечно. А не на несколько дней или на какое-то время. Наше самопредание должно быть вечно, но с точки зрения Майявади, Майявади не могут предаться таким совершенным образом. Они на какое-то время только предаются, и все. Они говорят, можем принять дикшу у гуру, но на какое-то время. Шадхуканам хитартхайо брахма рупа калпана. According to their bhajan procedure, this is their bhajan procedure. И вот в соответствии с их процедурой бхаджана, они вот Майявади говорят таким образом. They cannot realize, they don't like to realize они вначале не они не понимают, не хотят понять вечные личные качества Бхагавана. Майявади они не признают, что Гурудев он вечен, что имеет вечную сварупу. Они не знают этого. И зачем тогда такие люди приходят получить дикшу? Их дикша и самопредание на какое-то время только. И вот они получают дикшу на какое-то короткое время, и потом, когда они становятся, думают, что стали брамой, то думают, что гуру им не нужен. И это состояние Майявади. Это неправильная концепция. Когда я смогу достичь уровня брамы, когда я могу стать брамой,
то, что толку. И поэтому они получают дикшу. Их получение дикши, оно ложное. That's why they are taking diksha. It's false diksha. It is not at all diksha. Because they are not going to get the bhogyan. Их дикша таким образом не настоящая, поскольку никакой дивьягьяны, божественное знание, они не развивают, только ложное эго думает, что они брама. И до сегодняшнего дня они, эти майявади, не получили милость Нитянанды и Гуранги. Они думают, что они брама. Им ничего не нужно, кроме этого. И это их так называемая дикша. И если вы не обижаетесь, наша дикша, я могу сказать правду. Сейчас наше получение дикши, оно тоже похоже на то, как делают майявади, поскольку у нас нет стопроцентной веры в Гурудева, в Бхагавана, в Наму, в Даму. То есть многие люди формально просто получают дикши. И, к сожалению, наша дикша тоже часто похожа на дикшу майявади, поскольку у нас нет должной веры в Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. И вот Шрила Прабхупад говорит, что такая дикша, она не может дать нам дивьягьяну, божественное знание. Эта дикша, она не сможет дать нам дивьягьяну. Что говорить о дивьягьяне? Даже с другой стороны, есть всякая вероятность, что вы разовьете какие-то оскорбления, поскольку вы получили, кто-то может получить дикшу от самого Шрила Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. И такие люди иногда бывают, что страшно гордятся этим, но подлинный ученик никогда не говорит так. Подлинный ученик — это такой ученик, вы не знаете признаков подлинного ученика, подлинного шиши. Он великая личность и никогда не хочет злоупотреблять репутацией Гурудева. Подлинный преданный, подлинный ученик никогда не хочет злоупотреблять репутацией своего Гурудева. Если кто-то злоупотребляет репутацией Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа или других гуру и вайшнавов, это плохо. Если просто прикрываться их славой ради своих каких-то корыстных мотивов, это плохо. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, подлинный ученик — это такой ученик, такая великая личность, что когда он говорит Харикатху, или ведет себя как-то, говорит какую-то сиддханту, то вы не знаете. Вы думаете, кто же его Гурудев? Как вы слушаете Харикатху от какого-то подлинного ученика, подлинного гуру, то увидите, вы почувствуете, что какая-то необычная сила исходит от него. Он очень прекрасен, его слова, его речь, его характер, это все очень привлекающе, это все прекрасно. Он такой ученик, как правило, следует совершенной брамачарье, и гуру Анугати полностью следует своему гуру, и поэтому он буквально сияет. И подлинный ученик, какие же признаки подлинного ученика, когда он говорит Харикатху Сиддханту, когда ведет себя идеальным образом, и тогда вы будете удивлены и спросите, кто же его Гурудев, кто же тот саду, и кто же его Гурудев, от которого он обрел столько силы, столько могущества, столько духовной силы, просто видя на, смотря на его характер, его, слушая его уникальную сиддханту, вы разовьете в своем сердце такой вопрос, кто, откуда он,
обрел столько могущества, кто же его Гурудев? И пытайтесь узнать ложный ученик, что будет делать. Он первым делом объявит, что и узнаете, я там ученик самого Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати или ученик Шридхара Девгасвами Махараджа. Вначале он скажет, сначала он попытается сделать так, чтобы вы его уважали из-за того, что он ученик какого-нибудь возвышенного вайшнава. К сожалению, такое состояние сейчас, и таким, действуя таким образом, нельзя совершать какой-либо прогресс в нашей жизни. Либо мы совершаем сатсангу, либо уходим с духовного пути, поскольку сатсанга и асатсанга не могут находиться одновременно и совершаться одновременно. Если я буду говорить о том, что такое сатсанга, это очень обширная тема. Я могу целый год об этом говорить. Какими путями можно обрести асатсангу? Хотя иногда люди думают, что совершают сатсангу, но результат их баджана говорит об обратном. Шрила Прабхупад говорит, совершать сатсангу значит принять решение отказаться от асатсанги. Понимаете, о чем я говорю? Сатсанга, баджан и сатсанга, значит, вы должны принять решение, то, что вы должны совершать сатсангу. И Шрила Прабхупад говорит, автоматически, это автоматический фактор. Если вы совершаете сатсангу, значит, естественно, вы отказываетесь от асатсанги. Поскольку сатсанга и асатсанга не могут совершаться одновременно. Та шлока, с которой начал, она очень важна. Вот тогда она настолько важна, что вы должны понять, что какие качества должны быть у подлинного проповедника. Подлинный проповедник, ученик, он все, что у него есть, он все это использует и посвящает Гуру Саве. Ита, just opposite symptom. Итарасита, just opposite symptom you can see. 100% you can pass lecture, you can speak anything. It's not disciple. Подлинного ученика нужно осудить по его действиям, а не по тому, о чем он говорит. Подлинный ученик, совершая Гуру Севу, он сам становится Гуру. Если Гуру Сева не делает вас Гуру, а Лаку, если вы заняты какими-то мелочными материальными делами, если Гуру Сева не возвышает вас, если Гурудева не возвышает вас, то это значит, что вы не совершаете Гуру Севу, а совершаете Лаку Севу, Майя Севу. Осознанно или неосознанно вы совершаете Майя Севу, иначе как это возможно? Поскольку Гуру Сева, она может сделать вас Гуру. Это не столь важно, домохозяин вы, ванапрастха, брамачари или саньяси. Это не столь важно, в какой касте шудры, вайши, брамана или кшатри вы находитесь. Это не столь важно. Если я скажу, если кто-то живет в какой-то Германии и не может обрести бхакти, то это глупость. Почему? И такой человек, который это говорит, тоже глупец, поскольку харибаджан — это естественное состояние, естественный признак нашей души. Наша душа может родиться в любом теле, в любой стране, но главное, чтобы такой человек совершал баджан. Я уже сказал. Я говорил о многих преданных, которые родились в разных телах, даже не всегда человеческих телах. А мы родились в телах людей.
Хотя можно вспомнить из Бхагаватам даже обезьяны, медведи и прочие и души в животных телах, они получали благо, как Джатаю, например, он был птицей. Его брат был Сампати. И вот он был великой личностью, более возвышенной, чем я, но тем не менее, находясь в птичьем теле, он хотел и служил Рамачандре, даже белка какая-то тоже служила, помогала Рамачандре. Они более возвышены, чем я. Because it's very important thing. What to speak about human being? И что же говорить о людях? Даже птицы и животные не могут обрести бхакти. They can also get asura. Асура. Demon. They can get bhakti. It's a magic spell of satsanga. Это. You are not paying attention to. Это магия сатсанги. Сатсанга. Она крайне важна. Я не могу дать вам понять, это моя ошибка, что не могу донести вам важность сатсанги. И вот Гуру Сева, это Гуру Сева. Гуру Сева и Лаку Сева, они не могут одновременно совершаться, либо Гуру Сева, либо Лаку Сева. Может, вы живете в каких-то западных странах, но все равно вы должны думать о лотосных стопах Гурудевы, тогда вы почувствуете, что вы живете такой уникальной жизнью. Я знаю, иногда бывает какое-то негативное окружение, но если вы смогли сконцентрировать свой ум на лотосных стопах Гурудевы, то тогда вы почувствуете нечто уникальное в тот момент, когда ваш ум он отвлекся, то тогда вы обнаружите себя посреди множества проблем. Пытайтесь сконцентрировать свой ум, я обещаю вам. Это мое обещание вам. Кришна Бхагаван, он не говорит что-то всем подряд. Или что-то, не говорит что-то без толку. И как Кришна, он, то, что он говорит, его слова, его наставления, они подкреплены его поведением. То есть он говорит все, основываясь на своем опыте, своем знании, а просто говорит какие-то лекции, не имею практического опыта, это глупо. Мой Гурудев говорил, чтобы я никогда не говорил никаких лекций. А нужно следовать всему и говорить в соответствии с своим опытом, поскольку просто говоря какие-то лекции, то не следуя тому, что вы говорите, то мало того, что вы благо никому не принесете, еще и навлечете гнев других людей, поскольку если люди, которые говорят об абсолютной истине, но сами ничего не следуют, выглядят смешно и глупо. No alternative way. What I'm speaking. Bhagavan Sri Krishna already declared. И вот Бхагаван Шри Кришна, он провозгласил. Guru Anugrahen Naivo Puman Purno Prasantai. By the mercy of Gurudev. По милости Гурудева. You can believe 100%. Вы можете поверить мне. By the mercy of Gurudev. По милости Гурудева. Если я не образован. Или падшая душа, все же, если я обрету Гуру Крипу, то я могу завоевать весь мир благодаря своей любви, а не на показ. Любовь, она гораздо лучше, чем делание что-либо на показ. И любовь, это, она более могущественна, чем какое-либо оружие. Тот путь, показанный Махапрабху, это путь любви.
кто-то думает, что я критикую, но я обещаю, я не критикую никого, я люблю вас, и поэтому говорю таким образом. Иначе я могу избегать вас, беря только ваши деньги, мог бы обмануть вас. Это зовется Дживахимсы. И таким образом, вот это я буду обсуждать завтра, как я пытаюсь показать вам путь, указанный Шрилой Прабхупадой, хотя какая-то группа думает, что я их враг, об этом я тоже буду говорить. Я прошу, попытайтесь почувствовать мое сердце, не только злое, не только то, о чем я говорю. Эту шлоку мы вчера обсуждали. Кришна говорит, только и только по милости Гурудева я могу пересечь этот материальный мир. Что говорить о пересечении материального мира? Это просто пересечь этот материальный мир, избавиться от влияния Майи, это очень просто, по милости Гурудева, подлинного Садгуру, это очень просто. Я говорю о Таттва-гьяне. Вы можете обрести полную Таттва-гьяну, утвердиться в Нитья-саве, в вечном служении. И это наше наивысшее благо. Просто пересечь этот материальный мир, что дальше делать? Кто-то может пересечь этот материальный мир, но дальше что делать? Какова наша цель? Иногда люди потом просто ничего не делают. Что толку от этого, от пересечения материального мира, если не знаем, что делать в дальнейшем? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, звери и животные, они тоже могут обрести бхакти. И Бхактивинода Тхакура говорит, в любом состоянии. И вот Бхактивинода Тхакура просит, в каком бы я теле ни родился, я прошу тебя, Господь, чтобы бхакти, оно сохранялось в моем сердце. Я хочу быть преданным вне зависимости от того, в каком теле я родился. И вот вчера я говорил, Кришна, он шутил с Судамой: «О, Судама, мой друг, может быть, ты принес что-то для меня из своего дома. Ты мой друг». Судаме было стыдно, поскольку он очень беден. Что же принести Кришне? Ни денег нет, ни положения в обществе, только Кришна. И вот никто не выражал почтение Судаме. Но у него было Кришна Бхакти, наивысшее сокровище. И вот Махапрабху говорит, Махапрабху молится Кришне. Махапрабху, он говорит сам, Махапрабху, сам Кришна, он говорит нам, то, что моя жизнь, она бесполезна, я очень беден. Сделай меня своим слугой и плати мне зарплату. Кришна Према. Према — это мое сокровище, мое богатство. Я хочу получать зарплату Премы. И вот Бхагаван Шичитани Махапрабху говорит, у меня нет никакого богатства. Я беден. И вот Махапрабху никогда не покупал ничего на рынке, поскольку денег у него не было. Махапрабху, он не шел на рынок, даже в Горлиле. Махапрабху, он
не покупал ничего, просил, чтобы ему отдали это в качестве пожертвования. И таким образом Махапрабху, он распространял свою милость. Если ему нужно было раковина, он шел и просил. И ему отдавали лучшее, что у него есть. И когда Махапрабху стал саньяси, много прекрасных случаев происходило, когда Махапрабху принимал саньяс, у Махапрабху не было денег, даже ни копейки. Но это не значит, что Махапрабху не может ничего купить, поскольку мы отдавали все бесплатно. И вот когда Махапрабху, он отправился во Вриндаван. Махапрабху, он до этого никогда не видел Вриндаван. И вот он, Махапрабху там сидел, повторил Харинам. И тем временем Кришна Раса, кшатри, пришел, он подошел, встретился с саньяси, говорит, что никогда не видел такого саньяси. Никогда не видел такого саньяси в своей жизни. И что же это за саньяси такой славный? И вот Махапрабху, он сидел на Имлитале и совершал харинам. И этот Кришнадас, он пересек реку. There's such thing. By the way, I'm speaking. Actually, Krishna was crossing the river. И вот Кришнадас пересек эту реку и пришел и увидел Имлитало во Вриндаване, что я саньяси, какой-то саньяси сидит и какое-то сияние исходит от его тела. Он поклонился ему и после этого Кришнадас говорит: сегодня, когда я проснулся, и вот перед тем, как проснуться, ты пришел ко мне во сне, но я никогда не видел тебя раньше. Во сне первый раз я увидел тебя. И вот я пересек эту реку и увидел тебя, и Кришнадас сказал, что сделай меня слугой навсегда. Кришнадас, он оставил свою жену, детей и ушел к Махапрабху. И тем временем Кришнадас и какие-то преданные пошли совершать парикраму Вриндавана. И тем временем Махапрабху сначала пошел, поскольку Махапрабху очень высок, и он шел, повторяя харинам, но те преданные, они пришли попозже, поскольку не могли так быстро идти за Махапрабху. И тем временем один раджаваси с йогуртом. И вот он нес йогурт в горшке продавать. И вот когда он пересек Ямуну, он увидел Махапрабху. И он предложил ему выпить йогурта. Да. И как ты можешь попить йогурта, поскольку у тебя только харинам повторяешь, кроме мало, у тебя ничего нет, ни стакана, ни емкости никакой. Ну, смотри, если позволишь, я выпью. А как выпьешь? Ничего ж нету. Ну, не думай, если позволишь, выпью. Ну, давай. Махапрабху взял этот весь большой горшок и выпил весь йогурт. И вот вернул ему пустой горшок, вот и все выпил. А деньги где? Ты не говорил про деньги.
денег у меня нет, я из саньяси, откуда они? И вот Махапрабху сказал, я не думал, что эти деньги нужны, ты предложи мне йогурт, а я его выпил, о деньгах речь не шла, но если эти деньги нужны, у меня их нет, но смотри, тут преданные идут за мной, можешь от моего имени их попросить, что Шри Кришна Чайтанья, он выпил весь мой йогурт, и они дадут тебе что-то, а у меня ничего нет. И вот Бхагаван может сделать все, что возможно и невозможно. И вот, когда кто-то предлагает что-то с любовью, Махапрабху, у него не было ни копейки денег, и Браман, этот Судама Випра, у него тоже ничего не было. Когда Кришна спросил, может быть, у тебя что-то есть, ты принес какой-то гостинец со своего дома мне. И Браману стало стыдно. Ну вот немножко ломаного риса. Чиры какой-то, причем не целый чира. Такой не... Да, в общем, то, что остается после просеивания, целый чиры. Но Кришна, он внутри сердца каждого. Как можно что-то скрыть от Кришны? И вот Шри Шука Вача. Сарва-бхуто мано вигья, смайаману вача. Very with smiling mood. И вот улыбаясь. With smiling mood, with joking mood, speaking, Brahmano, Brahmano, Brahmanam Krishna, Bhagavan Prahasan Priyam, Premna Nirikshan Naivo Prekshan, Khalu Satam Gatihi. He is Brahmano. Brahmano means Namo Brahmano Devayo Go Brahmano Hitaya Cha Jagat Dhritayo Krishnayo Govindayo Namo Namaha. We speak, no? So Krishna Brahmano Dev. И вот Кришна, он Брамане Дев. Те, кто Браманы Вайшнавы, Кришна любит их всем сердцем. Всегда пытается помочь им, поэтому его зовут Брамане Дев. Bhagavan Prahasan Priyam Premna Nirikshan Nirikshanen Naivo Prekshan Kalu Satangati. With laughing mood, Krishna is the only support. Кришна, он наш единственная поддержка для браманов и вайшнавов. И вот Кришна посмотрел на лицо Судама Випры и начал шутить с ним. Looking at the face of Sudama Vipra and going to joke with him, with joking mood, Krishna speaking. И вот Кришна говорит. Bhagavan, now Bhagavan Vaja. Bhagavan speaking. Kim upayanam manitam brahman me bhavata griha. What speaking? Kim upayanam anitam brahman me bhavata griha. Anuyapi upohritam bhaktai premana bhuriyevo me bhavet. Бхариопи авакто пратам номе тосая калпате. What speaking? И что же он говорит? Kim upayanam, what donation? Что же ты принес, какое подаяние ты принес из своего дома мне? Kim upayanam anitam brahman me bhavata griha anu api upohritam bhaktai premna bhuriyeva me bhavet. Бхариопи авакто пратам номе тосая калпате. Что же ты принес мне из своего дома, о Браман? И вот ему было стыдно, и Кришна говорит. О, мой друг, если кто-то принесет даже немного, если кто принесет даже такое что-то малое, я очень счастлив. Если кто с любовью принесет даже какие-то маленькие дешевые вещи, то я очень доволен.
Если какой-то богатый человек без такой любви даст гораздо больше, то я не буду удовлетворен этим. Можно вспомнить, я хочу напомнить, он Кришна. Я хочу напомнить, когда Дурьодхан, он попросил, сейчас обед, время обеда. Почему бы тебе не поесть? Кришна сказал, что я не голоден. И Кришна сказал, что я не голоден и ушел. И вот так он вышел из дворца. Он зашел в Баджан-Кутир Виду, я был там лет 15 назад. Я был в доме Видуры в Хастинапуре. Это было по пути Сугартал Кшетра. Хастинапур, он здесь, я от Хастинапура где-то полтора часа до Сукартала. Сукартала, значит, там, где было первое слушание Бхагаватам. Это было на берегу Ганги. Парикшит Махарадж слушал, Шукадев отвечал. Это в том месте было, в Шукартале. И вот я посетил это место в Хастинапуре. Зашел в дом Видуры, очень такой простой, бедный дом. Но суть в чем? Когда Кришна... Кто-то спросил Кришну, может ли вот этот дом, как его... Дурьодхана, он отказался что-либо принимать в доме Дурьодханы, но через 10 минут он очутился в доме Видуры и сказал, что я очень голоден. Накормите меня. И Видура не было, а сказал, что Видура только пошел просить подаяния. Подожди немного, не могу ждать, очень голоден, дай что-нибудь, что ждать. И вот она посмотрела, там бананы поспели на дереве. И вот эта жена Видуры начала чистить бананы, отдавать шкуру бананов Кришне, а бананы выкидывать. Ну, нужно наоборот было бы делать, но она была... погружена в Кришна Прему, думала о Кришне и не замечала, что она делает. И вот поэтому она бананы выкидывала, а Кришна давала кожуру бананов. И тем временем Видура пришел и сказал, что Кришна, ты пришел в мой дом, и он поклонился ему, и начал ругать жену, что ж ты делаешь, что с ума сошла, зачем ты Кришну кормишь? Кожуру бананов, бананы выкидываешь, все неразумно. И Кришна засмеялся, сказал, что я не ем ни бананы, ни кожуру от бананов, а я принимаю любовь, с которой мне это все подносят. И поэтому не нужно ругать ее, это зовется, он зовется Кришной. Помните такого чувства, если мы будем думать о всех лилах Кришны по милости Гуру Вайшнавов, то тогда мы будем удивлены, но, к сожалению, большинство людей, они превратно понимают лилы Кришны. Кришна, он полон любви и не имеет никаких ошибок, никаких изъянов. Даже вчера я говорил, что Путана, она очень опасная была, опасная ракшаси, ведьма. И вот она решила убить Кришну, но все же Кришна настолько милостив. Он дал ей положение кормилицы. Конечно, Кришна, он не
не дал ей положение Яшоды. Кто-то не совсем правильно говорит или вообще неправильно. Путана не получила положение, подобное Яшоде. А просто положение кормилицы. Ну, как можно иногда видеть, в каких-то домах рождаются дети, и какие-то няньки няньки нанимаются, чтобы нянчили с детьми. И вот Путана получила подобное положение. Кришна, он заинтересован в любви, в нашем чувстве, в нашей преданности, а не в том, что мы приносим ему. Кришна хочет видеть нашу любовь. Когда все враджаваси, пастушки, они кормили Кришну остатками, ну, то, что они пробовали сами, Кришна это принимал. То есть они рвали манго, там еще было 5 человек, они пока передавали, каждый пробовал, и в итоге все, что там что-то осталось, Кришне доставалось. И во Вриндаване часто можно видеть всякую чишту. Иногда во Вриндаване часто можно видеть, что какой-то маленький мальчик заходит в этот магазин сладостей, ест вообще кучу все и оскверняет таким образом. И поэтому во Вриндаване почти все учишься, все не совсем чисто. Но так или иначе, Кришна уже в той или иной форме это все принимает, поэтому не так страшно. Я сам видел много раз в этих магазине сладостей. Даже там обезьяны заходят, берут что-то и уходят, или птицы с такой уверенностью заходят в магазин сладости, что их не выгонят, берут что хотят и уходят, и улетают. И это называется Вриндаваном. Чтобы понять Вриндаван, нужно глубоко погрузиться в это чувство, в эту Сиддханту. Чем больше вы погрузитесь, тем во Вриндаван, тем больше сокровища там найдете, как в океан. Вриндаван подобен океану. В океане можно наблюдать какие-то волны, они очень страшные и опасны. На поверхности любого моря можно найти волны, но если погрузиться вглубь, там нет никаких волн, там и множество драгоценностей, жемчужин и прочего внутри. Кораллы всякие и прочие драгоценности, жемчуг и все на дне океана, в его глубине. So you have to do like this. You can hear Harikatha, you can do Kirtan, мы должны совершать Харикатху, слушать Харикатху, совершать Киртан и искать, где же Кришна Прама, иначе мы потеряемся. И таким образом Кришна очень счастлив. Кришна, он не заинтересован, что мы ему предлагаем, а заинтересован в том чувстве, с которым мы ему предлагаем. И вот он сказал Судаме: я думаю, что ты принес какой-то гостинец мне. И Судаме было стыдно. И вот Бхагаван говорит: когда он задал этот вопрос, Кришна увидел: о, мой друг, вот этот Судама очень устыдился, и поэтому ответил: почему, спросил его, что ж ты стыдишься, если что-то приносит мне любую мелочь с любовью, если ты, я выражаю почтение этому человеку, его подношению. И вот ты принес что-то мне с любовью, я приму ее, приму это все. И Кришна говорит, это очень важно. Не то, что если кто-то беден, не может принести что-то,
что сегодня Джанмаштами, не можем организовать какой-то пир или даже сладости просто, то Кришна, он не заинтересован в этом. Кришна хочет видеть, как наше чувство к Кришне. И вот Кришна, он выражает эту сокровенную сиддханту, он говорит об этом каждый. То есть некоторые думают, что если у них денег, то они не могут поклоняться Кришне, но я уже говорил. И вот недавно мы обсуждали Брихат Бхагаватамриту, там я рассказывал, что был один брахман, у него не было денег, ничего не было, денег даже купить там молока или риса, и он в уме готовил все для Кришны и подносил ему. Очень беден был, но все же хотел предложить Кришне сладкий рис, параману, и вот. Он слышал, что я в уме хотя бы могу предложить параману и предложить Бхагавану, и почему бы ее не приготовить. И вот он начал в уме готовить, медитировать, пошел в уме молока, принес риса, сахара и прочих ингредиентов, его в уме начал готовить параману. И вот думал, как это все предложить Кришне, еще подумал, что этот сладкий рис, он горячий или холодный, нужно проверить, поскольку горячее такое. Слишком горячий сладкий рис его нельзя предлагать. Нужно подождать, чтобы он остыл. If you take hot, prohibited. То есть какие-то вещи нужно, как йогурт или чатни, нужно холодными принимать, а в горячем виде они опасно их употреблять. И вот во время Гирирадж Гавардхан Пудзи я более подробно расскажу об этом, если останется время. И вот этот брахман, он решил проверить, остыл ли рис, который он приготовил в уме, или нет. И вот он прикоснулся и обжегся. И Нараяна и Лакшми, они увидели это и с Вайкунтхи засмеялись. А, точнее, Нараяна увидел. Лакшми спросили, чего ж ты смеешься? И Нараяна ответил, что брахман мой преданный на берегу Годавари приготовил параману в уме для меня и хотел предложить, но до этого решил проверить, остыла ли она или нет. И вот так прикоснулся к этой парамане и обжегся. И вот брахман так открыл глаза, вышел с медитации, видел, что обжегся действительно. И Бхагаван настолько милостив. Если вы поймете хотя бы на 1% его милость, настолько милостив Бхагаван, вы будете готовы прыгнуть к нему. Никто не может остановить вас. Хотя бы если на 1% вы осознаете, настолько милостив Бхагаван Шри Кришна, вы не сможете не пойти к нему. Насколько милостив Кришна. И вот все, что предлагается Кришне, даже в уме Бхагаван Шри Кришна одобряет. И почему вы думаете, что... И вот почему Кришна говорит так Судаме? Он знает, что этому Судаме стыдно. Пришел в такой огромный дворец и стыдно предложить Кришне ломаный рис. Но Бхагаван Шри Кришна, он пытается как-то его избавить от такого стыда.
Если кто-то приносит что-то маленькое для Бхагавана, то все равно Господь доволен этим. И также Бхагаван говорит, или если какой-то богатый человек что-то предлагает Кришне в больших количествах, но без должной любви, то Бхагаван не хочет принимать это. И после этого то же самое, что было сказано в Гите, в Падма. И вот Бхагаван то же самое, что он сказал Арджуне, он повторяет. И вот он повторяет ту же самую шлоку, которую он произнес в Бхагавад-гите. Арджуне говорит и вот он повторяет, что пушпам, фалам, фрукты, цветы, листья, воду, просто воду, и кто-то, если предлагает Кришне, то с любовью, то Кришна принимает это. И сразу же Кришна принимает это без промедления. О, какое прекрасное подношение. Но в материальной жизни мы находим, что кто-то, если к нам приносят что-то такое дешевое или мелкое, то какой-то бедный родственник, то часто люди не просто просят куда-то поставить и все на этом, но Кришна, он не такой. Кришна, он полон любви. Кришна, он полон премы. Кришна, он настолько благодарен, что даже если птицы, белки, еще какие-то мелкие создания делают что-то для Кришны, Кришна, он хочет отплатить им. Если кто-то приносит какие-то фрукты, цветы, плоды или просто воду и предлагает мне с любовью, то я очень счастлив. Я обещаю, что я, это моя природа, что я сразу принимаю это. Понимаете, о чем я говорю? Если вы знаете милость Кришны, если вы знаете милость Нитянанды и Гауранги, вы будете удивлены. Одна Пишима во Вриндаване, пожилая женщина, значит, Пишима. Это очень родственница какая-то пожилая по отцовской линии. И вот в Банканди это место, где Гопешвар Махарадж явился специально. Санатан каждый день. Он ходил, чтобы предложить воду и листья Белла. Он поклонился Гопешвару. Достаточно далеко это было. И там джунгли были по пути, опасно ходить было. Однажды Гопешвар сказал Санатане, о, Санатан, ты ходишь так далеко, чтобы предложить мне воду и листья Белла. Тебе не нужно так далеко ходить. Ты можешь найти меня в там по дороге, около середины этого пути. Я могу в Банканди
явиться. И вот до этого был лес, хотя до этого вообще везде был лес, сейчас там какой-то населенный пункт. И вот Гопиша Махадев говорит: не обижайтесь, я явлюсь на середине твоего пути, поэтому тебе не нужно так далеко ходить, я явлюсь вот прямо рядом. Ты можешь найти меня как Банканди Махадева. И вот рядом с Банканди. Just opposite. Very narrow length. И вот там there есть temple, напротив буквально маленький храм. Пишимар Горнитай называется. Это, ну, в общем, по отцовской линии. Это тетя. И она поклонилась Гору Нитянанде, божеству. И вот иногда эти Гору Нитянанде ушли, она ругать их начала: куда же пошли? Куда и зачем? Не ходите, сейчас дождь идет, можете простудиться. И Горнита не послушали, все равно ушли, она начала ругаться, я сказала: не ходить никуда. Кто будет заботиться о вас, если вы простудитесь? Горнита и все равно ушли, играли под дождем и пришли, она сказала, что вот вы просила вас не ходить никуда, а сейчас вы простудились. И вот эти Горнита были формы божеств, все равно признал. Все равно они подавали потом признаки простуды. Вот она их ухаживала за ними, высмаркивала. И эти божества там, но они с нами не могут говорить, хотя божества те же самые. И эти божества не говорили с этой Пишима. Благодаря ее любви, любовь может сделать все. Любовь — это единственное решение во всех бесчисленных мирах. Любовь — это единственное решение. Нет другой альтернативы. Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом. И вот патрам фалам пушпам таям. Все, что мы предлагаем с любовью Кришне, может, это какая-то простая вода, фрукты или цветы. Кто-то может спросить, фрукты, то, что Кришна может принять, это понятно, а листья и цветы, что он с ними делает? Кришна может съесть фрукты, но с цветами и листьями. Что он будет делать? Это невозможно. И Вишвана Чакравати говорит: нет. Он в комментарии пишет, что нет, Кришна прав. Листья тоже может принять и цветы из любви. Как я вот чуть раньше говорил, что Кришна, он принимал кожуру бананов, и Вишвана Чакравати комментирует, когда кто-то с огромной любовью предлагает Кришне просто воду, как можно вспомнить, что Чайтанья Махапрабху пил воду в доме Кулавичи Шридхара из железного горшка, хотя у него даже не было горшка без дырок, но все же Махапрабху пил воду в его доме, дом этого Кулавичи Шридхара около Чайтанья Матха за ним. И вот в этом... А он даже его не предлагал, эту воду Махапрабху. А она там просто стояла, а Махапрабху сам взял и выпил. Keep drinking water.
И вот Шри Чайтанья Махапрабху пришел и сказал: «О, Шридхар, я знаю, у тебя есть какое-то сокровище здесь. Ты очень богатый, ты просто так живешь, как и бедный человек, на показ. Но я знаю, ты очень богат, просто ты. Просто ты делаешь вид, что беден. Я в один день найду это сокровище у тебя». И Махапрабху таким образом шутил с ним, но говорил правду, поскольку Шридхар, у него была огромная любовь к Кришне, это подлинное сокровище, поэтому Бхагаван говорил так. И даже Шридхар, он не предлагал воду. Поскольку он сам пил с этого горшка, и это неприлично, непочетно предлагать Господу что-либо в той посуде, с которой мы сами едим. Ну, это мало того, что он сам с ней ел, еще там было 10 дырок. И в такой посуде мало того, что инфекция может какая-то быть, еще и просто дырявая емкость. Поэтому этот Шридхар даже не предлагал. Ну, Махарадж раньше, когда по Вриндавану путешествовал, совершил парикраму, то он всю воду пил, хотя это опасно, можно каким-то брюшным тифом заболеть и прочими. Лучше воду чистую пить, точно чистую. И вот однажды Махарадж был во Врадже, там нужно было, там по дороге был канал какой-то, но моста не было, надо было пройти. Там воды много, достаточно было. Вражеваси сказали, что надо там обходить там несколько километров. И вот то мне сказали, что сейчас человек пойдет с этими, с быками, и там, в общем, есть неглубокое место, вот он пойдет там пересекать этот канал с водой, то можешь за ним пойти, он тебя проведет. Но Махараджу пришлось так буквально переплывать этот канал с водой. Иногда тоже бывает во время парикрамы, под проливной дождь можно попасть. Махарадж, когда попадал, то тоже так же запасной одежды не было. Просто ждал, когда все высохнет. И мы должны всегда полностью зависеть от Кришны. Если мы не сможем зависеть от Кришны, только Кришна поможет нам, если мы не можем зависеть от Него. Иногда случается так, что нет места, куда жить. Какой-то этот храм, тот храм. Иногда есть какие-то храмы Майавади, иногда таких открытых Майавади или не открытых. Ну, я однажды зашел, потому что мне негде было ночевать совершенно. Мне спросили, буду ли я есть просад там. Я сказал, что не голоден, поэтому лучше сами без меня ешьте. И вот так пришлось поститься. Потом на следующий день Махарадж как получил какие-то матхукари. Но смотрите, когда вы забываете в своем теле, уме, тогда вы сможете войти во Вриндаван. Вы должны забыть свое материальное тело, ум.
только думать о Кришне, И вот так много опыта, так много моих воспоминаний о Врача Мандала Парикрамах, я могу большую книгу, как Махабхарата, написать. И так или иначе, у меня есть свои обязанности, которые даны мне Гуру и Вайшнавами, поэтому нужно продолжать. И вот Вишвана Чакравати говорит, хорошо, Кришна с любовью может принять фрукты и цветы, наше подношение. Кришна can take even skin or banana or flower. These loveful activities. Кришна cannot remember. Hey, what you are eating? Flower? Cannot remember. Flower? Кришна с любовью принимает все, что мы предлагаем ему: фрукты, и даже цветы, листья. That a Brahman going to shrug, you know, shrugging of head, shrugging. It's called shrugging of head. When I have to bend the head, going to bend the head out of sight. И вот этот Судама Випра склонил голову от стыда. Ittukto, when Bhagavan going to speak this way. Когда Бхагаван сказал таким образом. Prasritim rajanna prajachat avahanka. He became very shy. И вот ему стало стыдно, и он склонил свою голову, ничего не ответил. Хотя Кришна он поддержал. Он сказал, можешь дать мне все, что хочешь, любую маленькую вещь. И он, этот Судама Випра думал, как я ему дам этот ломаный рис. И после того, как Кришна, он Кришна сказал, что нет, нечего стыдиться, давай. То, что принес, то все равно Судаме было стыдно. Я думал, как это даст этот ломаный рис Судаме Кришна, Верховный Господь, а я бедный брахман. Патайе Шриха Лакшми Пати Рукмини Пати Муж Рукмини Лакшми. Рукмини – это она Лакшми. И как же я могу дать этот такое малое подношение Кришне, моему Лакшмипати, мужу Лакшми, как? И что же говорится здесь? Притуко пасритам раджан на праджача аваннамукха. He cannot give. И вот он, ему было стыдно, он молчал. Then Bhagavan is Supreme Lord. И вот Бхагаван, Верховный Господь, он пребывает в сердце каждого. И вот Сарва-бхутатма-дрикшакшат-тасья-гаманом-каранам. Бигая чинтает наям, Срикаму ма ваджат пура. Сарво бхутат модик, Сарво бхутат модик шакшат, Таща гамано каранам. Бигая чинтает наям, Срикаму ма ваджат пура. Кришна, Кришна, он пребывает в сердце каждого, как Свердуша, как Параматма. Вот Кришна говорит, Кришна думает,
о, мой друг, мой бедный друг, он не беден, он очень богат, у него есть любовь к Кришне, Кришна Према, думает о себе, что он очень беден. Никогда раньше, за всю свою жизнь, он не совершал баджан с какой-то надеждой что-то получить взамен. Он совершал баджан бескорыстно всю жизнь. Он поклонялся мне без всяких материальных желаний. Может, сегодня по наставлению своей жены он пришел сюда, но все же он не хочет, не просит никакого богатства у меня. Но мое обещание в том, что и вот Кришна говорит, я должен принять то, что он принес, этот ломаный рис. Если я приму это, то я благословлю его и дарую все богатства этого брахмана. Если какой-то бедный человек, пытайтесь понять, если бедный человек, он приходит в царский дворец, вы можете засмеяться, какой-то очень бедный человек, он встречается с царем, и царь спрашивает, что тебе нужно, а этот человек может попросить какого-то пепла, чтобы помыть посуду, но это глупо. Перед царем спрашивать настолько мелочные вещи. Это глупо. Просить у царя можно что-то, нечто гораздо больше попросить, а пепел можно найти на везде. А если мы пришли к царю, то нужно просить чего-то достойного. Таким мы совершаем Кришна Баджан. Просим каких-то денег, материальных богатств, что является мелочами. Когда Кришна может дать вам гораздо больше, нужно быть осторожным, слишком иметь, если имеем слишком много денег, просим их у Кришны, то это опасно, потому что появляются различные люди, хотящие их отнять. А жить в таком относительно таком среднем нищем состоянии гораздо более безопасно. Поскольку если у нас много денег, нужно думать, что делать с этими деньгами, где их хранить и прочие вещи. А мне нужно только там две чапати на весь день, и этого достаточно. И вот таким образом Бхагаван пребывает в сердце каждого. Если мы придем к царю, чтобы попросить какой-то пепел, царь засмеется, что ты глупец, можешь пепел везде найти, на каждом углу, зачем ты пришел ко мне так издалека, так и Бхагаван, мы должны совершать баджан Бхагавану и просить чего-то достойного, а какие-то деньги или материальные богатства, они не принесут нам подлинного блага. Я во Вриндаване, когда совершал парикраму, я совершал без копейки денег, даже 20 рупий у меня не было, чтобы купить тапки. Я зависел от Кришны, и поэтому я понял. Я специально это все делал, и тогда пришло ко мне осознание. Я жил такой жизнью, которая дала мне осознание, что Кришна, Он здесь, Он смотрит на меня, смотрит на мои намерения. Шарбо бхутатма дрикшакша тасья гаманам каранам вигьяная чинтая атнаям срикамама бхая пура. И вот он совершал свой баджан без всяких материальных желаний. И сейчас по желанию жены пришел сюда, но и то ничего не просит. Можно проверить подлинного саду, если предложить ему какое-то золото, украшение,
деньги, то саду не возьмет их. Кто-то иногда может видеть, люди приходят с какими-то деньгами, чтобы я их там сохранил на время. Я говорю, мне некогда этим заниматься, сохраняйте свои деньги сами. И вот раньше мы никогда не совершали баджан, никогда. Он, из отсюда Мавипа, никогда не совершал баджан, не с какими-то надеждами. И вот сегодня время закончилось, я сейчас произнесу несколько шлок, что Кришна, завтра мы найдем то, что Кришна сам забирает у Судама Випры его ломаный рис и ест его. Это об этом завтра. Ванча Калкадурваси Кипасинда Бхаваджан Патитанам Бхаванабху Вишна Дьонаму. Try to realize all Shastra Siddhanta, everything. You should realize very, very carefully. Пытайтесь понять всю Сиддханту Шастру, мы должны пытаться все это понять, и тогда вы обнаружите себя в океане премы. Если будете слушать Бхагаватам таким образом, в один день вы обнаружите себя в океане премы. Таким образом мы должны слушать очень осторожно.